Всем привет, это вторая часть. Смотрите, как, что мой брат сделал. Он это все сделал типа домика, вот он. Привет! И сейчас я на его задумку решил пойти. А это дерево специально, чтобы держать, чтобы не упасть. О. Смотри, чё? Вот так вот. Это очень опасно. Знаете, напишите в комментарии, какая ваша любимая песня. Ну, я, например, у меня их три. Витаминка, холодок и последняя. Не. Алые розы. Здесь очень опасно. Опасно ходить. Главное, чтобы держаться за эту палку, за эту ветку. Если ты вдруг начнешь падать, она тебя может спасти. А, это очень опасно. Мы тут аж все втроем. Я и мои братья. Скажите всем привет. Привет. О, тихо! Мы еще упадем. Куды? Куды-куды? Внизы. Реально. О, прям. Это упадем под землю. Он прикалывается. Да. На, хотите рассказать шутку? Что я не могу сказать, да, очень грустно. Ну, на вопрос ответьте. Какое слово нельзя ответить на вопрос «да»? Ты мертв? Ой, на какой вопрос нельзя ответить «нет»? Ты мертв? Нет. И на какой... Да. Нет. Ты на какой вопрос нельзя ответить «да»? Ты спишь? Пацаны, да. Чем ты это валяет? Говно? Да. Блядь, просто... Ой, то есть... Это тоже на... Нет. На какой вопрос нельзя ответить «нет»? Ты спишь? Да. Да. Ну как ты можешь спать? Еще одна. Утро. Да. Вот, если утром. Утро. И нельзя на вопрос «да» ответить. Это реально хардкор. Нет. А это уже ложь. Это очень прикольные шутки. Ой. О, чуть не упал. Ставьте лайк. Ставьте лайк этому ролику, если вы знаете песни. Какие-нибудь. Если вы знаете эти три песни, которые я больше всего люблю, то ставьте лайк, подписывайтесь на колокольчик. И подписывайтесь под этим видео и ставьте на колокольчик. Ребята, ну все, всем удачи. А, подождите. Нужно еще отсюда слезть. Ребята, можно я слезу? Это рискованно. Я рисков не боюсь. Хопана, вот так можно. И дальше можно прыжком. Ну все, всем удачи. Всем пока.